Это что-то террасию. Да. Это что-то огромное. Ага. И вот это... По терастия είναι. Вот какая у нас пицца. Ρε μωρό μου, πραγματικά δεν είχαμε πάρει τέτοια πίτσα, ε? Έτσι δεν είναι? Я даже не знала, что такие существуют. Μάλιστα. И вот она даже порезанная. Και είναι νόστιμη τουλάχιστον. Αυτό το κομματάκι άμα πάρεις. Αυτό. Ναι. Για πάρε να δοκιμάσεις. Αυτό. Εγώ. Ναι. Για να μας πεις αν είναι ωραίο. Μ? Όχι. Είμαι. Όχι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι. Ψηφίστηκε. Ναι. Άρα να τους πω εντάξει, ας πούμε, ότι την πετύχανε. Ναι. Ωραία. Άντε να πω και στα παιδιά, εντάξει, για τη μισό λεπτάκι. Τούτα εδώ τρώνε. Λοιπόν, παιδες, από τον ανιψιό μου, μέγα grand merci, επειδή πέτυχες την πίτσα. Κατάλαβες, έτσι και δεν την πετυχαίνατε, αλίμονό σας. Καλή όρεξη. Να είστε καλά. Ωπα, πα, πα, πα. Τουλάχιστον κάναμε και μία δοκιμή αγοράς. Μπράβο. Ωραία πίτσα δεν είναι. Ναι. Ωραία. Άρα μάμα ψηφίστηκε. Ακόμη... Это что-то огромное и такое, видно, вкусное, мягенькое очень мягенькая. А что значит видно вкусное? Ты хотя бы попробовала чуточку? Да, я чуточку откусила, но у меня получилось только хлебушек откусить. Как это только хлебушек откусить? Только... Вон, возьми оттуда, где не хлебушек. Нет, она очень горячая, пусть остынет. Вот, Вова, ты понимаешь, что я переживаю? У одной горячее, у другого светлое, у третьего не так, а я вот между ними. И тем не менее. Бедная, бедная девочка. Да. Очень переживает. Да. Так, ну сегодня получился широкий жест. Да. Который Илюшу очень удивил. Да. Крисула зашла с улицы в настроении хорошем. Для нас с Илюшей это было немножко неожиданно. Вы маму вашу. Ну, Илюша искренне удивился, когда ты стала заказывать пиццу для ребят незнакомых на улице, которые... Угу. И никак они к нам ни с какого боку. Абсолютно. И вот ты для них заказала пиццу вот такую, две штуки еще, да, Илья? Угу, угу. Вот такие две штуки. Угу. Заказала для ребят, которые вот так вот собираются, какая-то компания. Угу. И честно скажу, до коронавируса раздражали меня эти ребята. Собираются, угу. Что-то там болтают, шумят. Угу. А теперь после коронавируса так приятно людей видеть. Людей видеть, и ребята, жизнь возвращается. Вот. Вот. Слава Богу, слава Богу. Люди появляются. И детский сад, который напротив. Браво. Он очень разрадован. Дети бегают, кричат. Вот. Это раньше. Да. А теперь, когда они бегают, в радость. Кричат, так приятно. Живых детей вижу. Вот. Живых детей. Да. Да. Так что у нас праздник. Тихо-тихо. Карантин кончается. Тихо-тихо. Очень пока, тихо. Пока масках, тихо. Пока в масках. Пока да. Да. Но, слава Богу, люди оживают. И вот в честь этого, видно, у нас появилась пицца. У нас очень пицца появилась необычная. В честь того, что если я накормлю вот этих ребят, которые напротив, пиццей, то когда я буду не в духе и выйду и скажу им, ребята, ушли, они исчезнут за 2 секунды. Я больше ничего не должна им говорить. Жизнь нам покажет. Пушкина мать. Им да, нам нет. Дай нам Бог здоровья всем.
индекс.